Ну, что пишут в газетах? Все яхты прибыли, кроме беды. О, это про нас. Пора сниматься с якоря. Лом, измерьте температуру забортной воды. Слушаюсь. Разрешите доложить, товарищ капитан. Произвести измерение температуры забортной воды не представляется возможным из-за отсутствия таковой. То есть как это из-за отсутствия? Не могу понять, Христофор Бонифатич. Да, ушла с отливом. Шеф, это вы, это я, Фукс. Она у меня. Что мне делать дальше? Прекрасно, Фукс. Ждите моих инструкций. Слушаюсь, сэр. Сын своей эпохи, я супермен, я джентльмен, дела мои неплохи, но мне с рождения броня, все сильные и красивые, я здесь, поскольку без меня не будет детектива. Я там и тут, я там и тут, я нужен ежечасно. Я там и тут, куда пошлют, я там и тут, куда пошлют. Посылают часто. Уважаемые джентльмены, в первый же день наша регата стала объектом крупнейших сделок и пари. Уже раскуплено около миллиона билетов. Самые крупные ставки на яхту нашего клуба «Черную каракатицу». А известно ли вам,
что в связи с похищением Венеры перекрыты все границы и регата под угрозой срыва, а? Я уполномочен официально сообщить, что для нас границы будут открыты, и регата состоится. Нам необходимо пополнить запасы пресной воды. Но надо поторапливаться, как бы нам к старту регаты не опоздать. Помощник Лом за мелками, полный вперед! Не могу, Христофор Бонифатич, не буду прыгать, я лучше сгорю! Старший помощник Лом, сколько белок у вас на палубе? Одна, две, три! Отставить считать! Принять белок без счета и загнать прямо в трюм. Есть! Загнать белок в трюм! Принят без счета полный груз белок живьем. Что прикажете делать с ними? Ничего, скоро приедем, а там в зоопарк сдадим. Прибавьте-ка лучше парусов. Чем могу быть полезен? Имею на борту полный груз белок. Живьем. Белки? Это которые с хвостиками и ушками? Как же знаю. Ну что ж, я, пожалуй, их возьму. Только знаете, у нас очень строго с контрабандой. Документы на них в порядке? Ну какие документы? Мы ж их спасли из горящего леса. Без документов не могу. Рад бы, да не могу. Соедините меня с начальником таможни. Thank you.